эфире программа «Каждый день» в студии Ирина Черней. Здравствуйте. Продолжаем рабочую неделю только с позитивным настроем, несмотря ни на что. Я хочу напомнить вам, что вкусно и сытно перекусить вы можете на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Мега Актобе». Что там? Русские блины. Нежные, воздушные и ароматные блинчики с огромным выбором начинки не оставят вас равнодушными. А сейчас о погоде. В Мартуке ясно, преимущественно без осадков. Минус 6 градусов. В Алге также ясно, без осадков. Температура воздуха составит минус 7 градусов. В Хромтау облачно, синоптики осадков не прогнозируют. 9 градусов ниже нуля. В Батамше ясно, без существенных осадков. Столбики термометров покажут минус 10 градусов. И в Шалкарии пасмурная погода с прояснениями. Возможен снег. 9 градусов со знаком минус. А сейчас о погоде в нашем городе. На самом большом экране в городе, в кинотеатре «Локомотив», вы можете посмотреть фильм ужасов «Уиджи. Проклятие доски дьявола». Не так давно Элис похоронила мужа, и теперь женщина осталась с двумя дочерями на руках, младшей Дорис и старшей Линой. Чтобы обеспечить свою семью, героиня проводит фиктивные спиритические сеансы. И однажды она приобретает магическую доску «Новый трюк», который должен сделать вызывание духов еще более эффективным и правдоподобным. Но вместе с обновкой в их доме поселяется настоящее зло, завладевшее телом младшей дочери. Семье предстоит сразиться с демоном и отправить его обратно в потусторонний мир. Папа, это ты? Кто здесь? Вы видели, как она это писала? Нет. Текст на польском. Кто это сделал, Дорис? Я покажу. Ты здесь? Происходит что-то необъяснимое. Я беспокоюсь за вашу дочь. Мир призраков опасен. Ты что делаешь? Это не я! Знаете, что чувствует человек, когда его душат? Да. До 18 ноября в областном музее искусств проходит персональная выставка художника-живописца Манаса Кожаголова «Эхо степи». 23 ноября в 19:00 Жастар Сараи при университете имени Жубанова состоится благотворительный концерт «Шин Журиктен» братьев Жугунусовых. Основная цель концерта – духовно обогатить слушателя, дать пищу творчеству. Идея проведения концерта заключается в том, чтобы обеспечить финансовую поддержку для лечения маленькой девочки Берзуль Валерии. Стоимость билетов – 3000 тенге. А сейчас новости отдела продаж медиагруппы «Рика». Новый проект «Самое время». Новый способ доступно, эффективно и просто разместить свою рекламу в течение всего дня и получить в подарок размещение вечером. Хотите узнать больше? Позвоните нам 220-250, 222-300, 21-93-93. И не забудьте приобрести свежий выпуск газеты «Эврика». Также вы можете подписаться на газету «Эврика» онлайн через сайт postmarket.kz. Газета «Эврика» с доставкой на дом. Такое бывает только в кино и в нашем новогоднем шоу. Ресторан «Зимний сад» приглашает на карнавальные ночи. Яркий новогодний киносерпантин с легендарными песнями, знаменитыми блюдами, сказочными сюрпризами и подарками из наших любимых фильмов. Окунись в новогоднюю фабрику грез. Карнавальные ночи только в «Зимнем саду» в здании кинотеатра «Локомотив». Спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.